Всем привет, с вами Грейт, и сегодня я вам хочу показать, как сделать настольный теннис в Mel Playground. Приятного просмотра! Вот такой вот настольный теннис. Давайте я вам покажу, как он работает. Смотрите, мы должны подбросить мяч. Так, давайте сейчас подбросим его. Тихо. Опа! Видите, вот этот не поймал. Ой-ой-ой, куда ты? А, ё-моё! Тихо. Смотрите, суть... нифига себе, смотрите. Травмоопасный у нас, конечно, у нас тут немного теннис здесь, но тем не менее, ребята, он работающий. Так. Обязательно не забываем вкалывать в них бессмертие, потому что они могут просто умереть. Такого вот смертельного тенниса. Так, смотрите, подбрасываем. Опа! Почти, ребята, вот сейчас почти реально было. Ни хрена себе, где мяч? Офигеть, ребята. Вот сейчас, ребят, было офигеть, просто как близко. Воу, куда, что происходит вообще, блин? Офигеть, ребята. Вот такой вот теннис. Он очень травмоопасный, просто. Не знаю, кто его придумал. Ну, естественно, я, ребята. Ой, ё-моё. Так. Набираем, ребята, 8 лайков, и завтра я попытаюсь выпустить видео про то, как сделать хоккей в Mel Playground. Попытаюсь. Потому что подписывайся на канал, чтобы не пропустить новых видео. Вот, у нас с вами был я. Да ё-моё. Грейт. О, короче, всем удачи и всем пока.